Всем привет, меня зовут Катя. В сегодняшнем видео я расскажу, как же добиться такого серого цвета волос. Итак, чтобы получить такой цвет волос, нам понадобится мусс от Schwarzkopf & Gora. Это профессиональный мусс, он продается только в магазинах профессиональной косметики. Оттенок 9,5-12, называется оттенок Moonstone. И как видите, он получается вот такой вот серый на обесцвеченных волосах. А также нам понадобится любая расческа и обычное полотенце, которое вам будет не жалко. Этот мусс мне посоветовали в Академии Schwarzkopf, за что им спасибо большое огромное. Это просто потрясающий мусс. Один ингредиент, и у вас уже вот такой серый цвет волос. То есть не нужно смешивать оттенки, не нужно мучиться, не нужно ходить в салон. Просто нужно купить такой мусс, и у вас будет цвет волос, как у бабули. Ну что ж, приступим к окрашиванию волос. Итак, чтобы достичь такого серого цвета, нам понадобится мусс от Schwarzkopf & Gora. Оттенок 9,5-12, Moonstone. Он продается не везде, поэтому тщательно проверьте Google, прежде чем спрашивать, где его купить. Затем нам понадобится полотенце для того, чтобы накрыть плечи, чтобы не испачкать одежду, и грязные волосы. Я кладу на плечи полотенце и распускаю волосы. Берем, взбалтываем слегка, выдавливаем на руку. Я делаю обычно без перчаток окрашивание, ну, мне так удобнее. Кто-то, если хотите, может делать в перчатках. И самое главное, это выглядит вот так. Такое потрясающее просто нечто, которое наносится вот на волосы вот таким вот образом. Конечно, может быть, я это неправильно делаю, но я делаю так, как умею. О, я все же умудрилась испачкаться. И во время нанесения волосы нужно расчесывать для того, чтобы пенка распределялась равномерно по волосам. После нанесения ставим таймер на 20 минут и сидим, ждем, развлекаемся. Итак, осталось совсем чуть-чуть времени, я пойду смывать пенку с волос. Буду смывать сначала водой, потом промою один раз шампунем. Затем буду использовать свой обычный бальзам. Увидимся скоро. Фух, итак, я снова с вами. Я промыла волосы как следует, нанесла бальзам, подержала его 5 минут. И сейчас я посижу с полотенцем минут 10 и пойду сушить феном. Вот что получилось в итоге. Как видите, идеально серый цвет. Можно так сказать, старушечий цвет немножечко. Ну, в общем, вот, мне нравится такой цвет, я буду с ним ходить достаточно долгое время. К сожалению, этого цвета хватает на 6-8 помывок, а после этого он начинает уже смываться. В принципе, как и все краски. Спасибо, что посмотрели мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на меня в Инстаграме. Всем пока!